Православные рассчитывают, что патриарх поможет запретить кощунственную постановку «Золотого петушка» в Большом театре. Православные выразили надежду на то, что патриарх московский всея Руси Кирилл скажет свое веское слово об этом богохульстве и обратится на сей счет к власти. Напомним, «Золотой петушок» Кирилла Серебренникова – версия одноименной оперы Николая Римского-Корсакова по мотивам сказки Пушкина. Премьера состоялась недавно на новой сцене Большого театра.